Всем привет! Это второй выпуск «По пути». Он будет немного не таким, каким был первый. Несмотря на всю инновацию этого формата для канала «Владимирский спорт своими глазами», я получил ряд отзывов и комментариев, в которых вы просили продолжить беседовать с владимирскими спортсменами в более спокойной обстановке. Безусловно, я столкнулся с массой трудностей при внедрении этого формата, но все же этот формат будет жить, хоть и не будет мелькать так часто, как игровые ролики. Но довольно историей и перейдем к делу. Героем второго выпуска стал Александр Чернов, человек, который занимается парапланеризмом во Владимире. Талантливый изобретатель, конструктор, опытный механик и пилот. Побеседуем, рассмотрим различные виды мотопарапланов, которые представлены во Владимирской области, и, конечно, полетаем. В общем, смотрите сами. Вы и летчик, и механик, и конструктор в одном лице. Расскажите, как вот началось ваше увлечение воздухоплаванием, скажем так? Как я помню себя, как я взглянул первый раз на небо, как увидел в небе птицу, а потом увидел картину у человека за спиной крылья. Вот крылья за спиной я не могу сделать, но над собой крылья сделал. Вот была мечта. Сейчас мечту свою воплощаю в 62 года сам. Если Бог не дал крылья, значит, я сделал себе сам. Парапланеризм – это для вас увлечение или, скажем так, какой-то вот вид спорта? Существует ли какое-то, скажем так, сообщество, ну, любителей подобного рода деятельности там во Владимирской области? И сколько человек такими вещами занимается? В Владимире у нас несколько парапланерных клубов. Несколько. И в том числе еще летающие любители-одиночки. Вот. Парапланерный спорт – это спорт. Значит, это и технический вид спорта, и физический вид спорта, ну и увлечение. Дело серьезное. Технические осмотры постоянные, внимательность. Немножко напряжение при взлете. Я знаю, что вы собрали паралет, да, это правильно называется, своими руками. Насколько сложный и затратный это вот процесс, и сколько, допустим, стоит вот ваш проект? Ну, парапланы, паратрайк называется, аэрошут, паратрайк, паралет. Вот конструкции сложные, требуют точности, расчета, знания аэродинамики, в общем, опыта. Обычно такие конструкции покупает специально есть фирма, которая их выпускает. Ну, есть которые любители, умельцы, делают их сами. Это моя конструкция. У меня же это не первая конструкция, а шестая и седьмая конструкция этого летательного аппарата. Ну, вид, конечно, спорта и увлечения дорогой. Если сам умеешь делать своими руками что-то, ну, обходится в порядке там 150 тысяч. Если покупать его, 350 тысяч. Такие цены. А все-таки, ну, вы как конструктор, какие детали, например, можно сделать своими руками, а какие все равно придется покупать? Что вот нельзя сделать своими руками? Здесь, кроме двигателя, все сделано своими руками из отечественных российских деталей, то есть из двигателя российского производства, от снегохода «Тайга», 50 лошадиных сил. Винт делаю сам, глушитель вместе с двигателем купленный, остальное все самодельное. Еще, я так понимаю, пришлось покупать крыло. Приходится, да. Все покупать за свои деньги. Я наблюдал ваши полеты в пойме реки Клязьма, а также со стадиона «Торпедо». Скажите, нет ли проблем с разрешением на полеты? Я знаю, что некоторые модели дронов и квадрокоптеров необходимо разрешение. А вот что с парапланами? Как они стоят дела? Ну, дроны, это же они приняты на вооружение. На воинской части, на них, значит, вешают видеокамеры всякие различные, делают аэросъемки. Ну, здесь же мы летаем на высоте 50 метров, есть запрещенные зоны, где нельзя полет,
летать. Вблизи заводов, железной дороги, вот, вблизи, значит, аэроглиссирования, где самолеты снижают, идут на посадку в этих местах. Вот, в данном случае мы летаем у поселка Заклязьминский. Там, значит, нам дано разрешение, мы летаем свободно. Вот. Если вес конструкции не более 110 килограмм, можно летать на любой высоте. Если вес свыше там, 110 килограмм, значит, до 50 метров, так как срабатывает, значит, вот, радарное устройство на аэродромах. Вот. Ну, для этого мы, конечно, сообщаем на аэродром диспетчеру, что у нас сегодня полеты или завтра полеты. Предупреждаем заранее. Они дают нам разрешение на полеты, дают добро, и мы летаем свободно на любую высоту. Ну, в пределах разрешенного, да, района. Хотел еще спросить, вот вижу в интернете, например, велосипедисты собираются тоже со своим сообществом и едут по какому-нибудь маршруту, например, там через деревню, через лес, там через брод и прочее. А вот у вас есть такие, допустим, маршруты? Или вот вы в строго ограниченной зоне и больше никуда, да? Так правильно? Ну, мы облетаем город Владимир облетаем, над городом запрещено летать. И в Покров на Нерли, Боголюбово, Суздаль. Вот, делаем такие перелеты. А нужны ли права, ну, что-то типа водительского удостоверения на паралет? Какая-то летная школа есть во Владимире? Ну, мы, значит, все относимся к ДОСАФу. ДОСАФу. Значит, мы в присутствии ДОСАФа, под крылом ДОСАФа. Для такого вида спорта, для сверхлегкой авиации, пока еще нет таких правил в России, разрешения специально на обучение. Сверхлегкой авиации удостоверение пилота не требуется. Какие условия необходимы для полетов? Погода, ветер, и какие неблагоприятные условия, при которых вообще не стоит летать? Ну, ветер не более там 6-8 метров в секунду, не более. Вот. И дождь, снегопад обильный, значит, штормовые предупреждения различные, очень низкая облачность, так как крыло может быть впитывать в себя влагу, крыло становится тяжелое, она... То есть это не обязательно дождь, да, просто влажность высокая? Да, да, при большой влажности то тоже не летаем. Парапланеризм можно по праву считать экстремальным видом спорта. Скажите, насколько он был опасен для вас, скажем так, какие были травмы или падения? Ну, начал я учиться летать, прыгать с гор. После 15-го полета на экстремальной горе в Нижнем Новгороде я сломал ногу в трех местах. Ну, потом, значит, решил, значит, этим прекратить. Свободными полетами без двигателя. Потом сконструировал трайк. То есть здесь уже полеты вот так, в таком положении. Еще хотел спросить, насколько хватает бензобака, да? То есть мы, например, расход топлива у машины видим, там у многих есть бортовой компьютер, там, не знаю, от 6 и более литров на 100 километров. А какой приблизительный расход топлива у вашего аппарата? Не подсчитывали? 7 литров в час. То есть не по метрам, не на длину, а на время, да? По времени. Засекаем времени. Ну, всегда держим запас в баке. А расскажите, как добираетесь к месту полетов? Потому что я видел, что вы прямо едете на своем аппарате, и это достаточно выглядит необычно. Люди оборачиваются, смотрят, удивляются. Иногда своим ходом. В вечернее время, ближе к вечеру, когда дорога свободна, выходные дни, ну, прям по дороге, по обочине. Где-то катим его руками, где-то с горки прокачешься. Ну и, конечно, без заведенного двигателя, просто с горки скатываешься. Не было ли проблем с полицией насчет движения, скажем так, транспортного средства в неустановленном месте?
Даже помогли на перекрестке перекатить через дорогу. Подъехал спокойненько, спросил, можно здесь переехать на другую сторону. Да, пожалуйста, здесь перекресток, а на перекрестке можно. Да, я видел, у вас габаритные огни установлены, да? Ну да, это в воздухе. Друг друга видели. Посмотрев мировые рекорды парапланеров, которые летают без мотора, был немало впечатлен. Дальность полета с возвращением составляла около 250 километров. То есть, грубо говоря, это в Москву и обратно люди летают. А какой был у вас самый дальний полет или, может быть, самый запоминающийся какой-то? Нет, дальние полета не было. Беспрерывный полет час-полтора. Так вот такие у нас бывают. А так летаем по 30-40 минут. Садимся, пообщаемся о погоде, в общем, аэродинамике. И собираемся, снова взлетаем и опять на маршрут. По красивым местам. Отлично. Какие самые красивые места вы порекомендовали? И это надо река Клязьма. Загородный парк. Сверху очень красиво. Значит, зимой все в белом свете, весной в зеленом свете, летом все краски природы. Спасибо, Александр Владимирович, за интервью. Благодарю. Удачных вам полетов. Спасибо.